Всем привет! Выбрались мы сегодня с другом на рыбалочку, на лодке, на домке. Андрюха уже двух рыбок поймал, я еще только разложился, уже были пару поклевок. В общем, не стал я вас мучить собиранием лодки, еще такое. Вон там Андрей уже что-то тянет, давайте посмотрим. У него уже одна рыбка в зачете, плотвина, а один что-то... Нет ничего, да? Один или голавлик, или, если не ошибаюсь, маленький язёк был, но мы его отпустили. Вот, смотрите, тоже плотвичка такая хорошенькая. Как бы... Будем пытаться снимать что-то интересное. Там поклёвочки. Ну, как получится, так что погнали. Что-то да будет. Смотрите, что поймал. Пискарика. Вытащил сейчас, донка была в берегу. Что-то клевал и клевал. Вот такой пискарик. Малыш. Офигеть. Давайте его аккуратненько отпустим. Иди. Спасибо тебе за поклевочку. Прямо здесь в берегу просто лежала. Думаю, как видео записать. Клюет и клюет. Ладно, погнали. Тихо, 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 тихо. О, вот это, вот это плотвина. Кабанчик. Ну-ка. Да, Андрей, красота. И мы закидываем. Смотри, разрывает. Вот это была хорошая поклевка. Ну все. Ну. Да уже все, что ли? Попробуем. Ага, есть. И да. Ага. Офигеть. Вот это рыба. Вот это я. Да. Охренеть. Ну, мы сегодня и такую берем. Ладно, ловим. Не, мы с Андрюхой посоветовались. Нафиг надо. Отпускаю я ее. Пусть живет. Малышка. Ну, вот Андрюха говорит. Бабушку с дедушкой. О, или нет? Есть, да, есть, 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 есть. Рыбка есть. Если ты опять уйдешь, а нет, сидит. Окунь. Да. Вот вам и рыбалка, ребята. Иди. Ловим дальше. Вот, есть. Андрюха, есть. Лещ. Андрюха, лещ. Давай, сачок. Наверное. Но что-то не маленькое. Да нет. Нет. Не-не-не. Ага, лещ, да. Лещ, 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 лещ. Все, походу. Ебал? Нет. Небольшой подлещ. Ну, большой, небольшой.
Ребята, вау! Вот, ждал. Вообще, сейчас фишка объясню. С прикоркой вот сюда вот, в эту пулю укладывал. Нифига. Мелкая. Наверное, долбит по прикорке. Жрает, ну я так предположил. И у меня поклевки чувствуются. Тут не стал прикорку. Пожалуйста, удар. И такой красавец. Ай, красота. Все. Погнали. Вот такие моменты бывают. Без поклевок, без всего. Подожди, Андрюх. Покажем. Ну. Ай, какой. Я пока ее скажу. Вот такую рыбу мы ловим. Рыбаки. Черт побери. Рыбаки от Бога. Да. О! Вот. Походу. Может быть и нет. А, есть. Ну, понятно. Вот это рыба моей мечты. Видели когда-нибудь такую? Вот так вот. Ну-ка, покажи. А. Ай-яй-яй, бери. Быстрей. Ну, плотва. Тоже хорошо. А я как лошара. А, да. Да. О! 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 Андрюх, лещ. 100% лещ. Давай. Давай. Андрюха. Это лещ. Я тебе говорю, лещ. А, это окунь. Нифига. Толстопуз, блядь. Нормальный окунь, нет. Ну что, нету результата? Нету. На мои крючки, блядь. Матом не ругайся. Так. Ну как? Ребята, окушочек. Ладно, отцепляем его. О, есть. Андрей, ты опять матом? Ну, кто ты? Стоило поныть. О, плотвина. Вот такая плотва. Чё? Ну, конечно. Крупные клюют только у тебя. Блин. Ну. Ага. Что-то есть мелкое. Опять мелкая. Да, я сегодня просто герой. Мелочь. Ай, ай-яй-яй-яй, в песочек. Ну ладно. Ух ты, во-во-во, Андрюх, есть. Кто, не знаю. Есть. Андрюха, есть. Надеюсь, что плотва. Ай, родимая. Ну, это уже плотву
Можно взять. Так. А. Нифига себе. Что, есть что ли? Да, есть что-то. О! Во-во-во! О, рыбы нет. О, вот, профессионализм. А? Конечно. А. Такая. Да я заберу. Мне вялить надо. Потом, если поймается большая, отпущу. Мне надо верить. Охренеть. Уклейка. Уклейка. Да, круто, ее я точно возьму вялить. Да. Дай-ка посмотреть твой лов. Андрюха, ты крут. Вот это мощь. Это царь. Это вообще просто. О, вот он. Вот он. Вот он. Вот он, вот он. Андрей, иди помоги. Ага, понятно. Этого я и боялся. Да, конечно, да я шучу тебе. Вот он. Там. Рыбка ты, рыбка. О, плотвичка. Нифига. Нифига. Это... Ёк. Иди, дорогой. Ты нам точно не нужен. Сейчас нам рыбку подпортит. Есть что ли? Ага. Охренеть. Вот это рыба. Да, не за этим мы сюда ехали. Не ругайся, Андрей. Ладно? Тихо, тихо, тихо. Есть, есть там. Есть. Смотри. Ты не сможешь это точно уже. Хватит. О, есть, Андрюх. Есть, есть. Да. И вроде неплохая шерсть. Да, Андрей.
Это окунь. Неплохая. Ну как я мог так сказать? Вот такой вот малыш. Ну что ж ты, маленький. Ай-яй-яй. Есть, есть. Есть. Тихо, тихо, тихо. Да, и, вот он, вот он, тихо. Да пиздец. Все, вот закончилась наша рыбалочка. Ну, вы все видели. Как бы съездили, посидели, отдохнули, поболтали. А рыба это уже так второстепенно. Сейчас покажу, что я поймал, покажу, что Андрюха поймал. И все. Это мой мега улов. Ну, рыбку беленькую беру. Да и кушок неплохой. Вялить. Да, Вов, конечно, шикарный. Андрюха смеется надо мной. Давайте пойдем посмотрим, что он поймал. У него сегодня вообще беда. Садка рыба ушла, наверное, штуки три. Сейчас подлещик сорвался, но у него хотя бы плотва есть. Что ты можешь сказать, балбес? Ничего, как всегда, удачная рыбалка. Вот так вот. Ладно, всем пока и до новых встреч.